Что значит, что отраженный свет становится клиполучением? Насколько я хочу отдавать, в той самой мере отдачи, то, что я развиваю поверх своего желания получать, а в отталкивании от желания получать я хочу как раз отдавать, насколько я способен быть выше него, я становлюсь духовным, отдающим. И тогда в соответствии с величиной отраженного света я измеряю свой духовный уровень, ступень.